Барнаульская галерея активно готовится к новому сезону. Уже в августе экспозиции порадует обновленный выставочный зал по адресу Ленина, 111. Раньше он принадлежал Союзу художников, а теперь музею «Город». Отдать зал музею решили еще в январе, когда Союз художников сообщил о своих финансовых трудностях. Выставочный зал принадлежал организации почти 45 лет. Здание находится в муниципальной собственности, но на аренду помещений у художников больше не хватало средств. Теперь Союз художников будет работать только на улице Горького. Но по соглашению с музеем «Город» как минимум 3 раза в год живописцы смогут организовывать экспозиции в выставочном зале. Сейчас с него сняли старую вывеску, демонтировали часть панорамных окон и начали внутренний косметический ремонт. Новая масштабная выставка алтайских художников откроется здесь уже в августе ко дню города.